Сегодня что-то день скучноватый, ничего не происходит, блин, абсолютно. Так, кто у меня сегодня? Вовчик, добрый доктор, день. Доктор, здрасте, у меня что-то это, попе колет. В смысле попе колет? У вас не знаю. У вас что, этот? А, у вас что, геморрой, что ли? Что? А после чего у вас попе колет-то? Не знаю, я утром проснулся, пошел, блин, какать, и что-то хлюп, и все, я не знаю. Хлюп? И болит попа. А что у вас хлюпнуло? Я не посмотрел, пойдемте. Я сразу сорвался. Так, пойдемте сюда, да. Пойдемте сюда, садитесь. Так, а так, у вас это, боли какие-нибудь, еще там, кровь выделялась, что-нибудь такое было? Ну, было чуть-чуть, блин, ну... кем не бывает. Так, ну понятно. Знаю, сейчас, не переживай, сейчас все будет. А, ой, значит, ой, это, ой. Поворачивайтесь жопой, сейчас будем смотреть, что там у вас. Снимайте штаны. Прям так, давайте. Полностью, с трусами? Ну, можно, да, конечно. А как я смотреть вашу жопу буду? А если я стесняюсь чуть-чуть? Ну ладно, давайте через штаны, значит, посмотрим. Давай, садись. Давайте. Тихо, о, хорошо, держитесь. Так, у меня есть специальный, значит... Ой. Фонарик. Тихо, да не двигайся, подожди. Давай сюда, боком ко мне, я не достаю. Мягко, я в нее провалюсь. Так. Поворачивайтесь. Давайте на полу. Давайте. Сейчас я тогда тоже. Чтобы удобнее было. Так. Вы там внимательно посмотрите. Да, хорошо. Давно у вас эти боли начались? Нет, утром. Вчера хлюпнуло и все, да? Утром. А, утром, понял, все. Ну, подождите, нам надо, значит, этот... вставайте, давайте, хватит, все нормально. Я посмотрел на жопу, у меня для вас плохие новости. У вас геморрой. Вы поняли? Ребята, я напоминаю вам, что у меня есть свой личный телеграм-канал, где вы можете увидеть мою жизнь, всякие смешные мемы, какие-то важные новости и так далее. Обязательно переходите в мой телеграм, ссылочка будет в описании, я буду ждать там каждого. У вас геморрой, да, но вам повезло, я единственный в мире доктор, который может лечить геморрой народными средствами. Вот, поэтому вам не стоит переживать, значит, идемте, проведем, значит, томографию, вот, облучим вас немножечко радием 216, вот, все будет хорошо, по анализу. А, подождите, дайте послушаю еще вас, секунду. Тихо, отдохни. Давай. Дыхни, чтобы холодно не было, давай. Я не могу, у меня легкие, это... Так, понял, тихо, не шевелись, так, вдох... Выдох. Так, хорошо. Так, ну ладно, туберкулеза нет, уже нормально. Так, идем. Сейчас мы этот вас быстренько вылечим. Садитесь на машину сюда. Так, сейчас посмотрим, что там у вас интересного. Так, ну. Вы там в порядке? Живой? Нормально. Хорошо, так. Значит, поступили. Ага, ну у вас проблема, конечно, серьезная. Вон у вас в жопе какая штырина торчит. Это у вас геморрой, красавчик. Все у вас это, плохо. Придется лечить народными методами. Можете вставать. Вы тут? Так, идем, значит. Сейчас лечение начинается прямо сейчас. Вы готовы? Как? Прям тут? Нет, ну прям. Да не тут, а прямо сейчас мы здесь начинаем. Идемте. А, значит, да, конечно, я говорите, у вас хлюп и вывалился, да, из жопы геморрой? Вообще, да. Капец. Прям вообще, ну, значит, я знаю один метод. Значит, нам понадобится. Доктор, да. Я не смывал туалет, можем даже домой ко мне поехать. Вы посмотрите, может, что там. Да, давайте, хорошо. Ну что, вот здесь, да, правильно приехали? Ваш дом? Да, да, вот он. А, вижу. Так, хорошо. Так, он мне сейчас от бабушки в наследство достался. Так, ну показывайте, что у вас там за проблемы были. Так, давайте. Так, ну что, давайте. Где у вас здесь туалет, показывайте. Вот сюда проходите. Ага, так. Вот оно. А, да вы это, промахнулись, слышите? Да больно сейчас, было. А как вы сидели, вы так сидели? У меня, да. Да, смотрите, подожди, что это? Вы завтракаете, что ли, в туалете? Смотрите, то есть я вот так какал, ага, да. И прям, ну вот так прям больно было, я не знаю, а потом
Ой, блин, вообще я не... А водичка по попе стрельнула? Я аж встал, у меня жестко начало из жопы. Ну, короче, я не буду. Я понял, все, я знаю прекрасный метод, который поможет ваш геморрой засунуть обратно вам в срандель. Так, выходим, где наша машина? Вот здесь, у нас погода, правда, нелетная, но от этого получше будет. Вы где там? Садитесь. Я сажусь. А вы не думали, может, забрать с собой то, что там осталось? Да ладно, пусть там останется, на всякий случай, если вдруг... Оно не нужно, да? Не, оно не нужно, вы все равно еще раз можете это сделать. Так, вы понял. Готовы? Готов. Лечение у нас, если что, начинается, поэтому будьте бдительны. Так, сейчас заезжаем сюда. Расскажите... А это снег идет у нас? Да, это снег у нас идет. Не вовремя он, конечно, пошел. Вот. Вообще не вовремя, я в тапках. Да? А, ну да. А нет, у вас нормально, все нормально, вы оделись. А, да, ботинки. А, стоп, мы не сюда приехали, погодите, нам не в больницу. Так. Так как это народные средства, значит, в больнице нам находиться не надо, нам нужно находиться в абсолютно другом месте. Итак, нам нужно ехать, значит, сюда. Аккуратно. Выходим. Находите. Так, тут скользко, главное, не упадите, поднимайте сюда. Ё-моё. Да-да-да, это нестандартное лечение, конечно, но оно очень эффективное. Ветром сдувает. Тихо, держитесь. Оно очень эффективное, потому что вот уже многие пациенты у меня вот выздоровели с такой же проблемой. Так что не переживайте. Значит, становитесь вот сюда. Сюда. Так. Садитесь. Давайте. Оп. Отлично. Все, ждите теперь здесь. Так, я теперь спускаюсь. Хорошо, аккуратно. Не вы не переживайте, все под контролем, я делал уже так 100 раз. Все хорошо. Итак, теперь, где вы там у меня находитесь? Вы здесь? Ага, я вот вы. Вижу. Ага, отлично. Вы видите меня, да? Да. Отлично, я вас тоже. Ну, пурга, капец. Так, значит, вот так. И вот так. Все, видите, да? Траекторию. Короче, вижу, вы сейчас вижу. Должны прыгнуть прямо на этот конус. Жопой? Да. И... Тогда... Тогда у вас все будет хорошо. Вы готовы? Да. Связь плохая, пурга, связь плохая. Алло, вы тут? Алло. Да, да. Что у вас за вопрос? А можно как-то, я не знаю, вашу компетенцию проверить? У вас есть сертификаты какие-нибудь? Да, я вам сейчас отсюда покажу. Смотрите внимательно. Вы видите? Сейчас я показываю, вот, видите? Видно? Да, вижу, ладно, верю вам. Все, давайте, на счет 3, готовы? Да. Да, только нужно, самое главное, чтобы лечение удалось, нужно приземлиться прямиком на этот конус. Вы готовы? Да, я готов. Так, раз, два, три, давайте! Опачки! Я копчик сломал. Вы попали не на конус. Вам в жопу зашла целая эта лестница. Вы жопой на лестницу. Так, ладно, ничего страшного. Мы сейчас вас поднимем. Так, вставайте. Так, нормально. Вы на конус не попали, но вы точно приземлились жопой к лестнице так, что она прям вошла по самые гланды. Так что все нормально. Так, аккуратно, пойдите, мне надо вас положить. Так, сейчас. Ложитесь. Тихо. Все, нормально? Легли? Нормально. Хорошо, да. Едем. Сейчас теперь нужно проверить нам томографию, удалось ли нам вылечить вас или нет. Так. Потому что, а вы нормально так? Вы не говорили, что у вас такая длинная прямая кишка, что целую лестницу заглотила. Да я сам не знаю. Не знал, я в шоке. Так. Ой, выпал. Погодите. Все, идем. Так, поднимаемся, идем сюда. Так, значит, ложитесь, товарищ, сюда. Вы нарушаете правила техники безопасности в томографии. Минутку, о. У вас магнитными полями это. Так, что у нас? Отлично! Посмотрите, по стрелочке сразу видно, куда вошла лестница, а геморрой, это самое главное, теперь нет? Да, у меня глаз только выпал. Ну ничего страшного, самое главное, что геморрой мы вылечили.